Всем огромный привет! В этом месяце, если честно, я просто забыла, что нужно снять косметичку месяца, но мне в личку написала Оля Котова. Привет тебе, Оленька, и спасибо большое. Говорит, Света, жду, а нету и нету. Поэтому решила все-таки снять. На самом деле, август был очень жаркий месяц, и косметикой в полной мере мало кто, наверное, пользовался. Я не исключение, тоже в основном это были какие-то определенные события. В течение дня был скорее легкий макияж. Но, тем не менее, я собрала все, что я использовала в этом месяце, и хочу вам показать. Очень много чего осталось с прошлых месяцев, и поэтому много вам будет знакомо. Но, если интересно, оставайтесь со мной и приятного просмотра. Прямо бесконечная вот эта база. Вот она прям легкая-легкая, уже вообще невесомая, но почему-то никак не закончится. Артикул у нее 6217, она от Faberlic. Очень хорошая база под все средства. Вот сейчас, видите, она уже это, надо, чтобы стекала. Вот она прям совсем такая прозрачная, силиконовая. И очень-очень хорошо она прячет какие-то неровности на коже. У меня их, конечно, немного, но все равно... Если есть где-то поры в районе носа, например, крылья носа, она все хорошо матирует, и прямо вот кожа становится как шелковая, гладкая, и на нее ложится хорошо тональной основы. Просто влюбилась и врезалась вот в этот тональный крем. 3 в 1. У меня вообще тестер умудрилась купить. В оттенке песочный. От Evelyn Cosmetic. Вы знаете, что интересно... Тут прямо у меня на донышке, я ее добиваю, у нее срок годности уже подошел к концу. Но прямо настолько мне он понравился, не могу расстаться. А в продаже такой не вижу. Подзагорелое сегодня лицо к концу лета. Настолько хорошо, вот даже видите, да, вот еще крупный мазок, а уже так хорошо сливается. Сейчас распределю, чтобы не на камеру мелькать руками. А покажу вот так. Прекрасно распределяется, лицо выравнивается. И вот с этой базой очень хорошо смотрится. Не знаю, продаются такие или нет, не могу нигде найти. Но понравился именно вот песочный оттенок на загорелое лицо. Еще одна тональная основа, которой я пользуюсь. Даже тут она уже пошла. Заметно, что работаю ей. В оттенке нюд, это матирующий тональный крем, он недавно был, ну, вроде новинкой в Avon. Хороший крем, мне он понравился тоже. Вот я им, правда, сейчас вам покажу на этот же, он был на другую руку. Он чуть светлее, видно, да? Но распределяется тоже хорошо, и он чуть плотнее первого, и работает хорошо. Действительно матирует, но вот... Видите, чуть-чуть выбеливает, чуть-чуть. Но на лице это незаметно, потому что, опять же говорю, загар сильно пигментацию какую-то не скрывает. Но в любом случае лицо выглядит ровным и красивым. Пудра. У меня, оказывается, беда с пудрами. Пудра у меня осталось совсем ничего. И те, которые есть, мало какие подходят. Это пудра от Faberlic. Вот такой оттенок. Покажу на другой руке. Отличная пудра. Вот настолько она хорошая. Давайте я вот так покажу, а вы найдите артикул. Скорее всего, это 6241. Но не буду утверждать, не знаю. Очень мне нравится эта пудра. Хорошо она ложится на тональный крем. В сильную жару, конечно, она не справится, потому что с таким жарой потоотделение... Когда идет, вряд ли какое-то средство может это дело победить. Но, тем не менее, пудра отличная. Так, покажу румяна. Румянам в этом вообще я верна стала. Это от Тянде румяна. В оттенке. Так. Видно оттенок? Что-то я не вижу. А вот 3, да, наверное. 0,3. Ну, не знаю. Я каждый раз показываю. Мне кажется, вы знаете мои продукты уже лучше меня.
Отличные румяна. На загорелое опять же лицо. Они так красиво ложатся. И тень дают красивую. Можно, конечно, переборщить, но когда уже привыкаешь к определенным кистям, к определенным средствам, то работают они хорошо. В этом месяце, правда, один или два раза всего использовала. От Avon, давайте я вот так вот покажу еще. Шарики. Тут, наверное, есть какое-нибудь название у них. Вот тут и цвет видно. Это разноцветные, которые. Вот это чудо-пуховка от Avon. И вот сами шарики. Вот так выглядят. Вы знаете, пуховкой как я только не пользовалась, как я только не пробовала. В общем, вот так вот бесполезно как-то крутить. Я ее беру прямо вот в руку, зажимаю и прямо вот так вот с силой по этим шарикам катаю. И тогда, вот сейчас на тональную основу, не знаю, будет видно, но должно видно быть небольшое сияние. То есть сияние кожи она дает, эта пудра, шарики. Цвет не меняет. Мне-то на камеру не видно, а вам, может, уже видно. Ну, в общем, пуховкой я в любом случае пользуюсь. Она идет в распродажах. В Avon можно ее еще найти, но если вот таким способом, как бы надавливая немножко, то она даже набирает продукт. Для бровей верная я этой палетке. Прямо годами ей пользуюсь. Никуда не девается. Вот этот цвет, я не знаю, когда он кончится. Ну, классный цвет. Очень люблю именно им заполнять брови. У меня еще одна есть уже в запасах. Мне Катюшка Потякова подарила. За что ей огромное-огромное спасибо. Дальше еще для бровей покажу. Уже, правда, мутное такое средство. Тоже от Катюшки. От Art Visage она мне прислала. Это очень хороший гель, да, или как это называется. Вот такая кисточка. Прекрасно расчесывает, придает форму бровям. А потом вот после вот этого я наношу вот это средство тени. Так, туши. Давайте тушь покажу, а потом карандаши, помады и тени покажу. В этом месяце просто рулили две туши. Это у меня уже заканчивается от Yves Rocher. Вот это. Ее Леночка Никандрова присылала. Прямо не расстаюсь с ней. Есть от Avon открытый. Я ее даже брать не стала, потому что я ей ни разу так и не покрасила. Но это уже все заканчивается. Вот еще хорошо, если в сентябре она продержится. Отлично. Пушистые, красивые ресницы, черненькие. И очень часто в августе я использовала от Oriflame. Я уже ее называла неубиваемой, потому что этой туши год. Выглядит молодо. Красит отлично. Ресницы синие с каким-то сиреневым или фиолетовым отливом получаются. Очень красиво. Прямо люблю вот эту тушь очень. И чтобы тушь не подсыхала год, и даже она у меня вот зимой, почти всю зиму пролежала, и ничего ей не делается. Вообще супер. Oriflame просто чудо, а не тушь сделала. Ну и давайте по карандашам быстренько пройдусь. Я немножко тороплюсь, потому что одно и то же показываю ежемесячно. Но так как девчонки просят, кто-то любит смотреть. Ну, бывает так, что уже забываешь за месяц, что в прошлый раз смотрел. А поковыряться в косметике интересно. От Avon карандаш зеленый. К зеленым теням называется вот так. Сейчас нарисуем. Сломался немножко. Вот такой красивый цвет. Дает красивый блеск. Так, я буду все в эту ставить. И синий использовала. Вот с таким названием. Это оба карандаша из серии Диамант. Сейчас нарисую. Я специально чуть пошире рисую линии, чтобы было видно, как блестит. Блески не осыпаются. Смывается, ну, тяжеловато. Не каждой мицелляркой, но
смываются. Хорошей мицелляркой смываются эти карандаши хорошо. От Avon еще один покажу, уже вот такой толстенький. Часто я им даже не просто стрелку, а в форме теней использовала на глаза. Сидят хорошо, не смазываются. Не, ну если потереть, конечно, смажешь, а вот так, чтобы вот куда-то отпечатывались, нет. В жару не носила, поэтому про жару не скажу. И еще мне Танюшка присылала вот такой карандаш от Mary Kay. Тоже мне очень понравился цвет, и я его тоже время от времени использую. Вот такой вот он серый. Похож на эти все, да, тоже видно такой блеск красивый. И вот этими карандашами летом, в жару, я любила пользоваться. То есть цветные вещи, цветные глазки. Очень красиво, когда солнышко и глаз. И... В общем, летом самое то. Под цветную одежду яркую, красивую. И верна я вот этому карандашу от Катрис. Викуле Виктории Попридухиной огромное спасибо. Вот прямо не устаю восхищаться этим карандашом. Спасибо Вике, что она мне прислала. Обожаю его. Если мне нужно на выход куда-то вот сделать такой вот неброский макияж и при этом выглядеть очень красиво, потому что глаза становятся, знаете, вот этот вот блеск дает свечение глазам. Знаете, как глаза вот начинают гореть, говорят, да? Вот. То есть вот такой вот карандаш. Обожаю. Это Smoky Eyes, я уже показала, да, от Катрис. Вот этот карандаш прямо рекомендую. С другой стороны есть растушевочная кисть. Я ей редко пользуюсь, но пользуюсь. Вот такой карандаш, прямо супер. Про него могу долго говорить, потому что нравится. Так, наверное, по теням, да, а потом по помадам. После карандашей тени это самое то. Сейчас я руку только вытру. Вот, кстати, сейчас я руку вытираю обычной салфеткой влажной. И все карандаши смылись. Так, ну давайте по теням. Регулярно использовала. Жанюля мне присылала вот эти тени от Yves Rocher. Очень красивые тени. Вот люблю. Эти тени очень люблю. Вот такие вот серые, красивые. Далее. В этом месяце от Mary Kay вот эти тени. Вот с таким названием. Вот. Использовала. Я их много раз уже показывала. Ну вот прямо... Очень-очень-очень люблю. Так, не перепутать. Вот так. Очень люблю эту палетку. Все три цвета очень сочетаются между собой. И вот у меня зелено-коричневые глаза. Больше коричневый цвет в глазах присутствует. Но вот любая зелень... отыскивает в глазах ту зелень, которая в них есть. Поэтому я люблю такие вот тени. Когда мне нужны были светлые оттенки, например, светло-зеленый или розовый для заполнения, то я использовала вот эту палетку. Это палетка от Divage в номере 4. Вот. Тоже так регулярно ее использую. Она у меня такая ходовая, не лежачая. Сейчас покажу. Розовый, конечно, у нее очень красивый цвет. И на глазах смотрятся они вот как-то, вот знаете, не ярко, не броско, но при этом нарядно. Вот такая красота. Не один раз уже показывала. Прям довольна я этой палеткой. Не знаю, сейчас на меня будет стоять. Пусть так вот уместилось. Я всю красоту навожу. Люблю я это дело. Так,
Сейчас сотру и продолжим. На самом деле я очень-очень люблю декоративную косметику. Вот к декоративной косметике у меня особые прямо... Как, когда ее открываешь, когда смотришь, прям какое-то таинство, начинаешь эти свотчи. Так, сейчас я буду красотой своей блистать утренней. 52-12, ну, не знаю, очень зеркально. Это от Faberlic палетка. Сейчас покажу оттенки. Ну, сейчас тоже она будет вот светиться. Видите, вот такие оттенки. Сейчас я их лучше сводч сразу сделаю. Есть палетки, которые очень сложно показать. Они как зеркало. Вот такие яркие. Так. Ой, какая красота. Много нанесла на пальчики. Вот. Вот этот первый такое свечение красивое дает. И белый. А два центральных, они такие... Ну, знаете, на повседневку хороши. А крайние дают блеск и уже такой праздник макияжу. Так, дальше. Еще сейчас покажу два оттенка. Один мне подарила Оксаночка Алексанова. Огромная тебе моя золотая спасибо. Кстати, вот эту палетку тоже мне в подарок пришла от Джанули. Вот. Сейчас покажу. Вот это пришла розовенькое золото от Оксаны. Я уже рекламировала отдельно, даже во влоге показывала. От L'Oréal. Так, давайте вот так. Этот номер... А, и я там, смешно, да? 501 и 502. Я не хочу я с утра светиться, как в зеркале. Вот. Так, вот 501 от L'Oréal. И сейчас покажу 502. Он уже такой темный. Отлично тушуются между собой. Смотрится просто бесподобно. И при этом они, посмотрите, еще как много у них пигмента остается. Отличные вот эти вот лореалевские тени. Если есть возможность потестировать, посмотреть где-то, сходите, посмотрите, девчонки. Если любите светящиеся вот такие вот оттенки, они не сыпятся, они никуда не сползают с глаз. Если на хорошую базу, вообще как приклеенные держатся. Ну, вообще, вот прям... В общем, вообще. Хорошие, на самом деле хорошие. Ну и по помадам. Самое любимое наше дело – это помады. Так, с каких начнем? Давайте начнем с Oriflame. Очень много... Не очень много, помад не очень много, но почти все, хотела сказать, новинки. То, что я покупала последнее время. Буду вот так показывать название, потому что русские варианты я не помню так. Вот такое название. The One помада. Не часто пользовалась, но видно, что все равно я ее уже использую. Вот такая она нейтральная, спокойная. Прям очень-очень хорошая помада. И еще одна. Вот ее я купила немножко ошибочно. Другую хотела. Сейчас не знаю, получится. Нет? Так. Вот так, да? Это тоже The One, но только сияющая какая-то. У них там серия. Хотел немножко другой оттенок, но ошиблась и взяла вот такой вот светленький. Ну, пользуюсь. Не часто, но пользуюсь. Вот. Они даже, видите, чем-то похожи, только нижняя более глянцевая и больше в рыжинку уходит. Вот. Так, давайте ее вот сюда. От Faberlic карандаш. Вот с таким номером 41. Так, 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 так. 0,95. Очень яркая для меня помада, конечно. Не в ту сторону кручу. Вот такая. Так. Ну, пару раз я ее наносила. Потом у меня колпачок делался. Дальше от Faberlic нету. Остались от Avon. И вот еще одна от Oriflame.
Вот это недорогая у них серия. Давайте вот так покажу. Название. Она такая перламутровая, как сиреневая. Вот видите, стик немножко это надламывается, когда красишь. Но это, наверное, потому что она, посмотрите, она какая длиннючая. Поэтому, наверное, не мудрено, что она где-то что-то там надламывается. Но она уже перламутровый эффект имеет, такой блеск и неяркий цвет. Так, видно, что август у меня яркостью особо не блистал. Любимая моя стала помада, вот эта новая серия от Avon. Оттенок у меня роза. Ну, в каталоге она не роза называлась. Вот все, что у меня осталось. Прямо очень ее люблю. Давайте покажу. Вот такой спокойный тоже оттенок. Но я люблю спокойный. Я люблю яркие глаза и спокойные губы. Еще один оттенок от Lux. Сейчас я вам покажу название. Так, так, наверное, да? Вроде правильно показываю. Вот такой цвет. Она идет с блестками. Она и вся светится, сияет, и в ней мелкие-мелкие блесточки такие цветные. Вот. Тоже помады новые, прямо до самого краешка. Кстати, расход очень неэкономный, очень быстро она так убывает. Так, ну и последнюю помаду, которую я использовала в этом месяце, это тоже люкс, но уже стандартная их серия. Такое название. Вот она немножечко такая, тоже цвет дает. Сейчас вот здесь я ее нарисую. Поярче. Ее на губах уже видно. Но на моих губах все видно, хотя они такие, кроме вот Фаберлик и вот этой розы, более-менее светлые. Ну, все почти имеют оттенок натуральных губ, только с красивым каким-то блеском. Вот такая была у меня незамысловатая в этом месяце косметичка. Небольшая совсем, но август и месяц такой был жаркий. Этого мне было даже много. Ну, хотя использовала вот из этого всего абсолютно все. Следующая косметичка будет совершенно скоро, потому что сентябрь на нас уже наступает. Поэтому сегодня прощаюсь, но ненадолго. Всем пока, до новых встреч!